鱼啊，冬季捕鱼，进来老铁给个双击，给我们上鱼了，上鱼啊！哎呦我操，这鱼二斤半吧有吗，大哥？这鱼他妈至少得二斤半，大哥！哎呦我太不容易了，这一天的老铁们，走！哪录呢？Сетку тяни, тяни, тяни сетку. Заебал, нарбол, ну ты чё, на? Вот там! Да, у Нурбы намного лучше изображение. Она снимает до сих пор, что ли? Да. Тёмно. Давай, держи. Долбоёб, сука! Пиздец, рыба! Ну, вот так она маленькая смотрится на камере. На, ну, смотри. Рядом поклади 7 килограммов. Вот что делает жадность, ребята. Вот это называется жадность. Это одна сеть, которая вытащена только, наверное, наполовину, блядь. Видите, что творится, нахуй? Видите, что? Вот видите? Нахуй вместе сети ему отдать, нахуй. Третью хуйню. Тут если в натуре подъедет, посчитай, это пиздец. Ебануться. Смотри, рыба-то уходит, нахуй. Смотри, что, да ёбаный хули, ёбаный. Да ты смотри, нахуй, ёб твою мать, рыба уходит, нахуй. В сторону отходи, дальше вытаскивай её. О, правильно, рви, нахуй, хули. Рви, ебать мой хуй, она же не твоё, нахуй. Да, тяни, нахуй, сука, а сам тяни. Что он делает, ёбаный? Я что, нихуя столько, ебать? Вытащи нахуй. Там глубоко? Это 20. Да ладно. Да ладно! Федор! Здесь смотри, лунца по ним. Кого? О, нет. Бля, ну, видишь. Это там под землей? Да, ну что, нифига. Молодец. Он со мной там плавал. Минус 40. Серега, жерлица сработала. Беги. Беги, беги. Флажок, флажок сработал. Аккуратней, серый. Тащит, тащит, тащит. Да ты дергай, ёпта. Подсекай, подсекай. Есть, есть. Есть, есть, есть. Выводим, выводим. Хорошая что-то. Хорошая. А, блядь, глухо не идет. Подожди, отпущу маленько. Отпускай, через пальцы отпускай. Отпускай, отпускай. Блядь, пиздец. Ну, наверное, багор есть, багор? Какой багор и может? У меня там, блядь. Блядь, подожди, идет.
Идет. Зачем? Ну, мы с вами пока дело пока не имеем. Ну, не имеете, я просто интересуюсь, с какой целью вы ездите так вот, ну, на работе. Рыбоохранное мероприятие. Покажите удостоверение свое. Так, что? Вы что, браконьер или кто? Я не браконьер, я просто подъехал посмотреть, как это вообще происходит. Что, вы отказываетесь, да, показать свое удостоверение? Кто-то есть такое, что хочет показать. Вот так вот, и на служебной машине ездят у нас люди, с автоматами ходят по морю, вот номер, чтобы все знали. Вторую лунку, пошел на третью, гребет, третью, обходит ее, четвертый заходит на огневой рубеж, и на изготовку. Мишени, лежать! А ну-ка, наш победитель, струляй куда-нибудь! Быстро! Огонь! Есть! Вот наш победитель! Есть биатлон! Биатлон, сила! Наливать нечего, мы все сожрали. Победителю остается Кока-Кола. Ура! Победы! Я спешу на берегу, бросив ногу на ногу, берегла. Че? А? Ой-ой. Не утащишь. Сильный. Тихо. Ты полосатик, тихо. О! А! А! Вот это похож на родственника. О! Ух ты какая! Вот это рыбачка! Круто! Офигенно! Интересно, а чем будет ловить рыбу-то, а? А где у нее удочки спрятаны? Очень интересно! C'est l'ensemble d'alimentation. 15 pieds de fil. Jusqu'un premier connecteur. Puis un premier agitateur de brimballe. Ici, on a le auto-jig. Un
ensuite, on fait un prochain trou. On branche tous les agitateurs ensemble avec des connecteurs comme ça étanches à l'eau. Ici, on a un agitateur Pike Buster. La cam est de forme différente, le mouvement est un peu plus saccadé pour taquiner les prédateurs. On vient contrebalancer le plomb qu'on met au bout de la ligne avec la chaînette qui est fournie dans l'ensemble. Да там видно. Мы же не Копперфилд, на. Все. Вот. Ты же не вытаскивай, может, ее. Да. Ее вот так вырезаем. Ты потом затаскивай. Тихо. Подруга, тихо, чуть-чуть. О, как раз развернулось. Давай. На себя хочешь. О. Thank you.